В Афганистане потерпел крушение американский военно-транспортный самолет Си-130 «Геркулес». По сообщениям военных, все произошло около аэропорта города Джалалабад. Погибли 14 человек. Это экипаж и трое местных жителей, которые находились на земле. Был ли самолет сбит или упал из-за технической неисправности, пока неизвестно. Отмечу, что в этом году это уже вторая катастрофа Си-130-го. Так, в июне аналогичный борт ВВС Индонезии при взлете упал на жилой квартал. Тогда погибли 140 человек.